Скажите, пожалуйста, вы посмотрели программу полностью? Нет. Мы только пришли, потому что мы были на марш бессмертных. Вы были на бессмертном полку. Да, я, да. Скажите, пожалуйста, вы соберетесь на программу еще в ближайшие дни? Она работает до 15 числа. Ну вот, если удастся, да, наверное. Вот. У меня тоже программа «Путь дорог» какая. Ага, понятно. Но мы просмотрели вот джигиты здесь, вот наши. А, понравились джигиты? Ну, а как же, я же сам оттуда. Ага. Замечательно. Вопрос следующий. То есть, как бы вы отдельных средствах массовой информации, в основном либеральной направленности, сейчас пишут о том, что в цирке празднуют победу, это как-то стыдно и это неправильно. То есть это неприлично. Это неприлично эхо Москвы, например. Фонтанка всякая. Фонтанка РУ, например. И прочее нехорошо. Не обращайте внимания. Не обращайте внимания. Ну вот как художник, он человек с хорошим вкусом, да. Скажите, да. Замечательный спектакль. И нужно, и то, что поднимается эта тема, которая, в общем-то, забывается многими. Где бы она ни поднималась, это грандиозное и святое дело. Поэтому я могу только приветствовать. Не знаю, что говорит Фонтанка.ру, или дождь, или слякоть. Это ихнее дело. Ну что ж, замечательно. Большое вам спасибо. Больше не будем вам надоедать. Можешь с вами сфотографировать? Да, конечно. Встаньте, пожалуйста. Дышка, поехали. Давай на мой. Ну, давай на горелку, хорошо? Давай. Конечно, давай. Здравствуйте. Все улыбаемся. Прошу, будет от хороших пришла знаменитость, это самое этот, это обязательно. Так, 3-4, ребята. Улыбаемся. Дюшечка еще разочек глаза закрыла. Так, 3, 2, 1. Саша, не тормози. Есть. Все, спасибо вам. Спасибо вам огромное за добрые слова. Спасибо. Спасибо.